сама того не зная, дала ключи от своей машины угонщику в руки. Этот случай произошел в поселке Первомайский. На одной из автодорог сотрудники ДПС решили остановить ВАЗовскую 14-ю, чтобы проверить документы. Однако водитель проигнорировал требования инспектора. Было организовано преследование. Данный гражданин был задержан. Впоследствии оказалось, что гражданин совершил угон. Мужчина был пьян, он признался, машину взял без спроса у своей знакомой, которая сама дала ему ключи. Когда сотрудники ДПС связались с хозяйкой, чтобы сообщить, что с ее автомобилем все в порядке, выяснилось, женщина даже не знала, что ее машина была угнана. Дала ключи человеку, чтобы он забрал вещи с машины, после чего он мне не вернул ключи, в алкогольном опьянении уехал на машине. Я ему позвонила, сказала, чтобы он мне отдал ключи, он говорит, я уже уехал, сейчас тебе передам, говорит, на такси. Приеду и передам ключи. После чего мне через полчаса позвонили сотрудники и сообщили, что мою машину задержали. Ключи вернули хозяйке, но ее знакомого завели уголовное дело. А пока по решению суда его задержали на 10 суток.